Смотрите, помните, я вам показывала ту личинку, которая отличается по цвету? Она сейчас лежит снизу. Буквально через часа два после съемки она почему-то у меня, в отличие от всех, упала вниз, лежала кверху пузиком. Я думала, что она уже умерла. Но сейчас почему-то она дергается. Видите, она то вверх, то вниз делает. Очень странно. Будем наблюдать далее. Как всегда, все самое интересное происходит ночью. Смотрите, я уже разрезала этот стаканчик. Сделали для вас специально такую жертву. Разрушили один домик божьих коровок. Видите, эта личинка даже поменяла цвет. Она такая какая-то темная. Смотрите, если присмотреться, можно увидеть, как будто у нее какие-то два пятнышка, как будто глазки. Так вот она сейчас выглядит. Вы только посмотрите, она ведь совсем недавно вылупилась, а уже кушает лю. Сколько она бегала-бегала и наконец принялась за дело. Вот она.